Привет, ребята! Не бойтесь, это не притворная улыбка. Я просто очень счастлив. А вы счастливы? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в новую игру, которая называется We Happy Few. Игра очень новая, но я опоздал, как всегда, с премьеркой. Она вышла неделю или, может быть, две назад, не знаю. Я знаю, что ее очень-очень давно уже анонсировали, прям жесть как давно. И вот-вот она вышла, много лет она пыталась выйти, наконец-таки. Релизнулась, бич. И теперь мы будем с вами в нее играть. Я просто... Мне показалась эта концепция очень интересной. И, конечно же, наверное, уже все сказали об этом. И я об этом скажу, что она очень похожа на BioShock Infinite. Infinite. А, черт, я не знаю, как правильно ударение поставить здесь. Давайте просто приступим к этой игре. Нормальную сложность или легкую? Давайте нормальную, да. Если мы любим испытать себя. Мы себя любим испытать. Начать? Нет, прямо сейчас начать. Почему-то не сейчас. Акт 1. Артур. У счастливых людей нет прошлого. Это забавное выражение. И правда так и есть. Ты вообще должен забить на все, чтобы быть счастливым. Итак, нажмите A, чтобы продолжить. Какое жесткое солнце светит в окно. Потому что мы с вами счастливы. Редактор. Я редактирую газетки. Итак, смотри, чтобы ничего негативного не... пробралось в мою статью. Никакого негатива, все, это все добро. Кстати, я от балды сейчас это сказал, но мне кажется, именно в этом весь прикол. Что мы пытаемся... Так, загрузите документ. Потом я не могу прочесть. Не купаться в реке. Почему? Ай, отстой, отстой на статье, там ничего не написано, все позитивно. Так, вращать эту штучку и слайд... А, короче, все очень просто. Я могу сам что-то делать? Нет. Так. Братья Хестины выиграли... А, что происходит? Ой-ой-ой-ой-ой, все перестало быть лучезарным. Сука! А, все говно, жизнь, дерьмо. И надо быстро выпить немножко таблеток. О. Только красная таблетка. Нет, красный и синий. Есть только красная. Счастье или смерть. Счастье или смерть. Scrap Gathering Prize. Потому что они собирали металлолом. Они за это выиграли приз. Но почему мне это не радует? Это же хорошо. Не буду принимать таблетки. Я буду видеть все как есть. Простите, ребят, но по-моему здесь написано, что русский язык есть. И мне бы сейчас очень хотелось интерфейс. Вот, мы включили субтитры, и теперь, наверное, должно быть все окей. Я просто, к сожалению, мы ничего не прочитали. Ну-ка, давайте попробуем игру заново начать. О, Боже. Дети, пожалуйста, не высовывайте руки из окон. Высовывать руки из окон поезда очень опасно. О, в принципе, мы ничего особо не пропустили. Артур, ты где? Артур! Куда ты делся, Артур? Погодите. Это воспоминания наши какие-то, я не понимаю. Мне просто нужно принять радостин, правда же? Интересно, почему мы вдруг прям вот сходу в начале игры перестали принимать, решили не принимать? Давайте посмотрим. Так, здесь нельзя, начнем вспомнить. Вспоминаем. Нафиг, блин. Это газета про нас? Почему мы выкинули его вдруг? Что у нас поменялось? Я не буду читать субтитры. Сами. Артур, ты где? Нет, я буду читать. Ха! Неожиданно. Где ты, Артур? Мне кажется, что-то с нами произошло. Артур, это ведь мы? Да, эта статья была про нас. Ты где пропадаешь часами? О, работай, не разгибаясь. Ты же знаешь. Так почему здесь 10 часов я не слышала из твоего кабинета ни одного вжух? Ты помнишь, что мы сегодня празднуем день рождения Дейрда? Будет принято. Я пиньят. Да, великолепно. Ты забыл принять радостин? Конечно же нет. Розовые очки. Тогда заканчивай. Мне нужно сделать еще пару страниц. Я знаю, ты очень занята. Тогда не надо тянуть. Господи.
Аккумулятор разрядился. Что ты будешь делать? Возьму новый. Она... Че ты стоишь здесь, блин? Свали, свали. Я тут радуюсь без тебя. Я люблю радоваться один, если ты понимаешь, о чем я. Ну ладно, давайте встанем. Восстановить. Мы можем еще... Нет электричества. А, fuck me. Хорошо, встаем. Здрасте, я очень веселая, если ты не знала. Я делаю вид сейчас. Ты знаешь, что я использовал настоящее масло, чтобы приготовить торт для Дейдры? Это был последний кусочек. Окей, босс. Надеюсь, ты собираешься закончить до Дня Победы. Естественно. Так, рюкзак. Тут ничего типа нету, да? В столике. А, рюкзак можно открыть, посмотреть или что? А, фак, ничего не понимаю. Надо сесть. Порадуюсь немножко. Итак. Если не возражаешь, я посидел бы здесь, порадовался от газеты. Очень радостно. Нет. You got damn bitch. Ладно, отложить. Давайте просто встанем. Окей. Shut up, bitch. Вот, я нашел, я все умею. Ой, стоп, я прыгнул случайно. Окей. Вставить. Нет электричества? Блин. Что ж ты от меня хочешь-то? Вот. Установить. Но теперь-то довольно. Ночью действует комендантский час. Любое гражданское лицо обнаружено на улице. Твою мать. Что мы будем делать? Это что? Ты все еще там? Она все еще там. Так. Принять документ? Или вымороть документ? Ну, давайте примем его. Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the pinata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? А скромь не сегодня должна вернуться. Я сделал для нее открытку с возвращением. Окей, что мы должны теперь сделать? Давайте. Если у вас закончилось молоко, дайте ему чеширских любознательных хрустяшек. Ой, она ушла. Можем встать? Окей. В жопу эти статьи. Так, Артур Гастингс. Лучший сотрудник года департамента архива. Департамент архивов переработки и печати город Веллингтон Уэллс. Это старые статьи мы. Печатаем. Так, сесть. Ладно, пойдемте отсюда. Я не понимаю свое задание. Свое задание какое? Ничего не понятно. Так, шкаф для бумаг. Пусто, пусто, пусто. Хорошо, все они пусты. А что-нибудь еще здесь есть? Что-нибудь полезненькое? Нету. Стоп, а здесь сюда можно просто сесть. Ладно, пойдемте. Итак, 9 октября... 1964 года. Интересно, Бак когда-нибудь задумывается о жизни вне трубы? Конечно, чтобы выбраться, ему бы пришлось разбить трубу и это... испортить всю систему. Немного трудно мне... Опа, смотрите, трудно читать почему-то. Так, открыть. Клайв Биртвисл. Уже ушел на вечеринку, не так ли? Итак, письмо от мисс Бинг. О, смотрите-ка, мисс Бинг написала Клайву письмо. Уважаемый мистер Бертвисл, боже мой, какие сложные имена. Я Бертвисл, вот. Я очень тронута вашей заботой об оптимальном устройстве отдела. Я всегда с благодарностью принимаю советы младшего персонала о том, как мне лучше исполнять свои обязанности руководителя. Однако я опасаюсь, что ваш переезд в кабинет мистера Гастингса может нарушить работу отдела. К счастью, там высокая текучка. Если Скроми не вернется в ближайшее время, вы можете занять ее кабинет. А пока рекомендую вам принять радостин и насладиться лучами солнца, независимо от наличия окна. Всего наилучшего, Виктория Бинг, директор. Выкусти, Клайв, мелкий засранец. Это к чему? Это, типа, мой комментарий к этому письму или что? Статистика. Всего времени в игре. А, мерси, окей. Клайв, это мы читали. Так, мусорное ведро пустое. Короче, здесь все можно лутать. О, бейсбольная бита. И разбитая бутылка.
Итак, выше нас! Господи, это выглядит все очень безумно, да? Вот это вот наигранные улыбки, постоянное счастье. Счастливым будь, бич! Будь счастливым, а то я тебя убью. Так, шкаф обыскать заперто, нужна отмычка. Хорошо, 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 мы найдем. Так, еще можно что-то читать? Блин, не то кнопку нужно. Итак, рукописное письмо. А вот письмо, которое практически в этом уверен. Написано отвратным почерком Клайва. Это мои мысли, получается, о письме. Дорогой директор Бинг. Один из ваших сотрудников — диверсант, а может даже и отказчик. Я слышал, как в столовой он говорил приятелю, что редактировать старые статьи глупо, и что может быть страшного в правде. Высокий, худощавый, у него черные волосы и карие глаза, носит очки. Знаю, надо было спросить, как его зовут, но я от природы стеснительна, и на этом он заканчивает. Так ты, Клайв, у нас от природы стеснительна? Или мерзкий, хитроумный интригант? К. Клайв, это получается... девушка, мисс Клайв? Не знаю. Хорошо, я разве... Вот поганец! Хочет забрать себе мой вид из окна. Да, он просто на нас гонит. Мы принимаем радостины, я тебе отвечаю. Так мы его приняли, да, в итоге? Просто я что-то не заметил этого. Ну-ка, сесть. Да-да, мы сейчас тебя уничтожим, ты. Я вымарю. Ну, посмотрим, что мисс Бинг теперь подумает о твоей работе. Клайв, бич. You fucking bitch. Так, что это? Это, ты никогда не увидишь окна, я понял ты, а? Так, фермерские рабочие надеются вернуться в Германию. Он одобрить. А, славные воспоминания. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, я не знаю, правда, я не до конца дочитал статью, поэтому я не уверен, что я сделал подлость. Ну, давай так. Угу. Итак, такси-сервис восстановлен на трех колесах. И ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Кому какая разница? Вымарать документ. Я, наверное, какое-то говно доделаю сейчас. Ладно, 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 мы выше этого. Итак, я подумал, что это знакомая рожа. Короче, так, Веллингтон, пофиг, встаем, встаем, встаем. Все, мы достаточно напоганили здесь. Что здесь есть еще? Взять аккумулятор. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, редакторский аппарат использовать мы не будем. Вымыватель? Стоп, что? Использовать? Не могу запустить вымыватель. Окей, мусорное ведро. Все, мы здесь все обыскали, пойдемте далее. Открыть. Закрыто? Нам нужна отмычка будет. А здесь? Скроми, что же с тобой случилось? Скроми так и не вернулся, да? Зачеркнуто даже. Я принял. Нет. Нет, не подходите ко мне. Я принял, радостин. Нет, оставьте меня, нет. О, привет, Артур. Мне стоит свалить, ребят, или что? О. Так, привыкли к нему и назвали эту смесь громом. Вот почему нас, британцев, прозвали лайми. Потому что мы придумали добавлять в грок лайм. Цитрусовые просто кладезь витамина С. Так почему же вы заболели цингой? Вы ведь не на корабле? Что ж, боюсь, в этом есть и ваша вина. Вы едите хлеб и мясо, но пренебрегайте традиционными английскими овощами. Кое-кто из вас даже не ест картошку. Подумать только. В хлебе витамина С нет. Если вы едите хлеб из просеянной муки или мховое печенье, знайте, в них, хоть они и вкусные, тоже нет витамина С. Как ни печально осознавать, даже в любимой мною плоти победы витамина С нет. Плоти победы, что такое? Мясные консервы — плохой источник витамина С. Будь вы на корабле капитана Кука, когда тот открывал Австралию, Новую Зеландию и Гавайи, вы бы получали паёк с грогом. И все было бы тип-топ. Но вам, наверное, уже несколько лет не доводилось видеть ни лаймов, ни апельсинов, как и мне. Не волнуйтесь. В свежем мясе часто содержится витамин С. Повезло же крысам. Вырабатывают собственный витамин. Если сможете раздобыть у мясника свежего мяса, проблема решена. Если свежего мяса нет, поешьте свежих овощей. Только обуздайте сперва инстинкт повара.
Если овощи сварить, витамин С из них пропадет. Овощи надо есть сырыми. Негде взять свежих овощей? Витамин С есть во многих растениях. Ложечная трава известна как отличное средство от цинги. В щавеле есть 48 миллиграммов витамина С на каждые съеденные 100 граммов. Цикории 24. В клевере и одуванчиках полно витамина С, а растут они повсюду. Строго говоря, почти во всем, что зеленое растет в земле, есть витамин С. Зайдите к соседям, да и попросите у них разрешение погрызть тюльпаны на клумбе. Ха-ха, шутка. Стоп, где это вообще? Откуда мы это слышим? А, вот это отсюда мы слышим. Окей, простите, это была очень интересная статья про витамин С. Кстати говоря, кажется, мы немного не успеваем доделать свою работу. Кто это говорит? Кто это, блин, говорит? Это я говорю, да? Ибо тут все завалено бумагами. Так, обыскать стол, заперто. Что вы все заперли, гады? Будьте вы прокляты. Шкаф для бумаг, отмычка, отмычка. Все, блин, заперто. Ладно. Заперто, заперто, заперто. Я не могу ничего дойти. Ладно, просто идем. А это что? Аккумулятор. Я возьму. Блин, тут вообще никто не работает, кроме меня. Я никого не увидел работающего. Никаких рабочих работающих. Воу, как много аккумуляторов всех. Я готов праздновать, друзья. Конференц-зал. Пиньята. Вот ты где. Ты чуть не пропустил пиньяту. Это очень милый испанский обычай. Дядя Джек сделал о нем целый эпизод. Ее надо колотить, пока не появятся сладости. Погодите, но разве не должна висеть? Давай, бей, бей. 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 Ну, окей. Погодите, это что, шутка? Оу! Оу! Ты и правда не под радостином. Прими мой. О, боже. Он отказчик! Вызывайте охрану, здесь отказчик! Мать моя! Они что, живут на самом деле в какой-то стрёмной заброшенной фигне? Куда нам? Блин, внезапно. Я не успеваю читать, ребят. Простите, сами. Сейчас очень экстремально все. Найн! Нет! О, блин! Мы на самом деле фиг знает где живем. Это просто... Это апокалипсис. И мы просто жрем крысы и думаем, что это пиньята. Что это за... Что это за место? И почему они выглядят так, как будто бы они нормально? Было бы стрёмно, если бы мы их по-другому начали видеть тоже. Что же запах газа? Ничего себе. Забудь о нем, нет времени. Если значок недовольного лица окрашен в красный, значит... А, блин, сори. Пошел какой-то газ, утечка, и просто на нас забили, оставили. Это наш шанс. Создаем мир, подготовка поверхности для строительства. Создаем мир, планируем озеленить. Прекрасно. Сражаться с патрульными вовсе не обязательно. Существует способ вынудить их оставить вас в покое без кровопролития. Окей, интересно. Я понимаю, мы сейчас будем просто ходить по улицам города. Прислушивайтесь к окружающим, они могут подсказать, в чем ваша ошибка. Окей, хорошо. То есть тут будет открытый мир, это не коридорная игра? А, щит. Найдено задание. Подземка Веллингтона. Господи боже, сколько же они меня нагнали. Помню мосты и туннели. Похоже, я уже не в парадном районе. Кажется, даже и не в деревне. Как-то очень быстро. Как-то я же совсем немножко пробежался. Так, так мы бьем, так мы бежим. Как нам бежать? А, все, я понял, хорошо. Запечатано. Нет, здесь я не выберусь. У меня очень жалкий голос. Нам вот сюда нужно идти, я понял. А что, если здесь посмотреть? Прыжок. Можно наверняка бить в прыжке, да? Окей, хоп. Нет, так нельзя делать. Мы четко теперь знаем физику, так здесь запечатано. Похоже, патрульные заперли двери, видимо, беспокоились о газе. Какая трогательная забота. Почему мы стали отказчиком? И где мы вообще живем? Почему какая-то канализация? Это кто-то смеется? Лоскут ткани, стеклянная бутылка, все взять. Да, это напоминает все Биошок. Вообще по механике просто один в один.
Я кого-то слышу. Аптечка пустая. Читать. Да, блин, почему я путаюсь? Итак. Может, это была ошибка? Идея сперва исчезнуть вместо того, чтобы идти напролом через мост, казалась такой разумной. Я-то думала, побольше радостины, и они забудут, что когда-то знали Скромми Холмс. Скотина Клайв займет мой кабинет, и скоро никто даже не вспомнит, что так было не всегда. Но чем больше я об этом думаю, тем больше у меня сомнений, стоило ли доверять мистеру Кайто. Где, черт возьми, его инструкции? В заброшенном доме. Прекрасно. В котором из? Они все заброшены. И что делать с бродягами? Господи, они похожи на персонажа Данте. Мы прогоняли тех, кто отказывался принимать радостин, но никто не задумывался... Куда они уходят? Я знала, что их прогоняли, если у них возникла непереносимость радостина, но не знала, что они уходят сюда, что они голодают, плачут, вспоминают. Я думала, их отправлять в какую-нибудь приличную лечебницу. Но, наверное, я так только хотела в это верить. Мы все соучастники. Мы знаем, сами того не зная, но не помним, потому что не хотим вспоминать. Господи, скорее бы попасть на материк. Окей, вот она как раз таки. Скромми и правда бежала. И бежала она сюда. Надеюсь, я увижу, да, это что такое? Радостин? Пустая. Ладно, подберем, не знаю. Типа это как маскировка. Вот он, мой радостин. А там просто камешки, на самом деле. Тик-так какой-нибудь. Что же делать, что же делать? Кран можно топ удерживать. А, мы попили водицы. Вы напились в волю. Теперь бег. Нам нужно будет здесь пить. Так, окей, наполнить. Нужна фляга. Ага. То есть нам нужно будет здесь пить, чтобы стамина была, я понял. Взять все, грязный бинт. Ну-ка. Хорошо, хорошо. Нам нужна фляга, давайте искать. А в сортир мы можем обыскать? Ткань. Монетка. Окей, что здесь есть еще? Везде такие радостные рожи на зеркале. Опа, можно открывать. Это считается флягой, кстати говоря? Нет, это не считается флягой. Нам нужно ее где-то будет найти обязательно. Что, нам вот за эту дверь нужно. Но не открывать, только авторизованные люди могут пройти. А, смотрите, еще. Что такое? Невидимка? А, это из заколки невидимки. Хорошо, читать. Опять не ту кнопку нажал. Итак, 4 октября 1964 года. Кому? Мистеру Руперту Андерхиллу, 4-я станция. От Джима Ватта, главного инженера. Руперт, ты точно уверен, что Тедди не принимает радостин? Может, он просто забыл? Ты уже приглядывай за своими ребятами. Ты пробовал привязать ему на палец нитку? Мне это всегда помогает. В любом случае, я не могу перевести Тедди на другое место, потому что заменить его некем. Все младшие рабочие в Скаргеле. Из-за обвала связь прервалась, а поток Матилена прерываться не должен. Спасибо, что не ушел с поста. Кем бы мы были, если бы не выполняли свой долг? Но ты все-таки попробуй нитку на палец. Сомневаюсь, что ты все уладишь. Всего хорошего, Джимми. Хорошо, а что это мы нашли? Вы можете создавать предметы в соответствующем меню. Нажмите, окей, хорошо. Итак, удерживайте, чтобы создать грязный бинт. Лучше подхватить инфекцию, чем умереть от потери крови, не правда ли? Останавливает кровотечение, может вызвать инфекцию. Тут что, блин, элемент survival? Хорошо, вот мы делаем. Прекрасно. Радио. Выключись нафиг. Итак, это холодильник. Пустой. Что здесь еще? Сейф. Читать. Записка Руперта Андерхилла. 6 октября... 64-го года. Кому? Мистеру Джиму Вату, главному инженеру. От Руперта Андерхилла, 4-я станция. Он не принимает радостин. Он окончательно рехнулся. Запасает горы моркови и рычит на меня, когда я пытаюсь съесть свою. Я постараюсь его вразумить, а потом вернусь в деревню. К черту долг. Окей, хорошо. Далее. Пунктус. Так, держи себя. Инструменты от себя. Искать изолента. Прекрасно. Это получается у нас типа верстака, да? Или нет? Смотрите, вот здесь. Так, задание. Ага. Карта. У нас есть карта. Нифига себе. Тра-ля-ля-ля-ля. Далее.
Здесь мы можем изготавливать предметы. Какие? Костюм. Не хватает материалов. Швейный набор нужен и лоскут ткани. И это будет подходящий костюм. Далее у нас есть инструменты, гвоздодер и отмычка. Создать отмычку! Мы даже можем пойти что-то открыть. Готово. 3 года неприятностей. Боже мой, не успеваю читать. Обыскать стол. Ничего нету. Давайте вернемся вот сюда. Где-то мы где-то видели что-то, что можно открыть. А, нет, это было там. В той моей прошлой жизни. Хорошо. На будущее, значит. Итак, взломать замок. А, погодите, а может быть так можно? Конечно, нужна отмычка, понятно. Получилось. Все, открываем. Что за дядя? Мистер дядя? Что случилось с ним? И точнее, кто? Окей, значит, мы можем его нести. Электроотмычка подобрать. Кайф. А, обыскать. Че, мы обыщем тебя, а потом будем оказывать тебе помощь. Ты пустой! Я даже не знаю, стоит ли тебе оказывать какую-то помощь. Мы можем убирать тела таким образом, да? Руперт Андерхилл, кстати говоря, это. Выбросить. Слушайте, прикольно, можно таскать трупы. Это прям как в Хитмана играть. Ну что, Руперт Андерхилл, ты кажешься плохим человеком, поэтому я должен от тебя избавиться. Погоди. Я думал, это будет чуть-чуть посмешнее. Погоди. Не получается. Достаточно. Окей, мы дальше идем. Мы получили от него электроотмычку. Это уже здорово. Это просто потрясающе. А это что такое плывет? Я без понятия. Блин, что это за лаборатория такая? Пустой шприц. Шернемся. Обещание. Подобрать. Что это? Они причинят нам вред? Никто не причинит тебе вреда, Перси, обещаю. Но они вредят городу. Не думаю, что они будут взрывать что-то еще. Почему? Потому что мы сдались. Я надеюсь. Что мы будем делать, Артур? Мы братья. Я буду присматривать. Мы будем друг за другом присматривать. Это мои воспоминания. Я Артур. Но у нас еще был Перси, наш брат. И, видимо, старший брат, судя по голосу. Окей. Но он был какой-то, знаете, растерянный, в отличие от нас. При изготовлении предметов вы можете использовать любые предметы из пневмосейфа, где бы вы ни находились. Пневмосейф. Так, что мы делаем? Предметы. Ваш сейф обладает неограниченной вместимостью. Ингредиенты, хранимые здесь, можно использовать где угодно. Я понял эту систему, хорошо. Но, блин, у нас ничего нету. А, вот, в рюкзаке у нас много всего, посмотрите. Это наша одежда, да? Где у нас там была? Так что вот. Это то, что на нас сейчас. Окей. Разместить все материалы. Ну-ка, я не понимаю. Хотите переместить в сейф все необходимое? Все необходимое? Нет, пока не хочу. У меня, в принципе, много места, я так думаю. Спать. Мы можем здесь спать. Что-то было читать? Читать? Дневник Теодора Майнера. 18 сентября. Я смотрю на лампочки, как велели доктора. Могу поклясться, в них двигаются какие-то фигуры. Как тени, только из света. А тени повсюду. Они всегда за углом. Он снова выключил свет. Сказал, что надо экономить электричество. Он пытается убедить меня, что я слепну. Он упивается чувством собственного превосходства. 19 сентября. Принял 2 дозы радостина, только чтобы вынести его гнусную рожу. Не помогает. Может, он его чем-то подменил? Парацетамолом? Жевательными конфетами? Боже, я не ел жевательных конфет с тех пор, как... Я когда-нибудь ел жевательные конфеты? 20 сентября. Ненавижу этот неторопливый, снисходительный тон. Он разговаривает со мной, как с ребенком. Я не ребенок. Я даже не знаю ни одного ребенка. Само собой. Боже, да что такое с моим радостином? 22 сентября. Слышу, как он визжит за углом. Строчим, строчим, а, мистер Гиббон?
или Гиббон. А потом только слышны звуки пневмопочты. Он винит во всем меня, не так ли? Он говорит, это его хозяйка. Вряд ли у него есть еще хозяйка. С такими-то замшелыми зубами. Готов поспорить, она давным-давно уехала в отпуск. Кажется, я когда-то был женат. Но куда делась жена? Какое-то мерзкое чувство в животе. Не уверен, что хочу вспоминать. Радостин ни черта не помогает. А он отказывается отправить меня домой. Мы должны оставаться здесь. Долг! 25 сентября. Я слышу, как он хрустит в темноте. Это не крысы. Это его замшелые зубы. Лежу и представляю, как сдавливаю ублюдку горло до тех пор, пока он не становится цвета морковки, которую он у меня украл. Он что-то замышляет. 28 сентября. На этот раз ему не выпутаться. Я видел, как он сочиняет свои лживые писульки. Перевести меня на другое место, значит? Не принимает радостин, значит? Да я принимаю тройную дозу, и он это знает. 6 октября. Наше время вышло. Наше время вышло. Наше время вышло. Блин, что такое? Какой-то псих. Надо поспать. Мы можем выбрать, сколько нам часов, блин, спать. Это напоминает мне Long Dark. Ладно, давайте спать. Фиг знает сколько. Да. Чтобы восстановить все полностью, мы поспим. Подтвердить. Очень странная тема. Твой ход, песочный человек. Типа, сейчас что, мы поспали. Наша жизнь восстановилась или что? Это что? Запитать люк. Так, подсказка. Люки для перемещения позволяют быстро и безопасно перемещаться к другим открытым вами люкам по подземным рельсам. Вы также можете, независимо от своего местоположения, выбрать любой открытый люк на карте, и если вы не заняты, волшебным образом к нему переместиться. Забавно. Это типа открылся люк. Найти путь наверх. Окей, босс. Это комната управления. Взломать. Мы просрали наше устройство. О, прекрасно. Отпереть. Все. Мы теперь управляем комнатой управления. Йоу! Па, биться! Биться! Это я могу. Просто надо жать кнопку. Ты видишь, как я тебя бью? Сохраните спокойствие. Ой, не знаю, я уже не могу сохранить спокойствие. Ты какой-то резкий. А, вот все, блок есть. Мы просто хотим, чтобы вам полегчало. Мне полегчает, когда я дам тебе по роже. Вот, теперь действительно лучше. Это лучше любого радостина. Вот, по плечу ему ударил. Бицуху, в больную точку. Ты толкаться будешь? Как тебе такое? Развеселись уже. Да, блин, ты офигел? Умри. Это была первая честная драка со времен начальной школы. Так, хорошо, я тебя обыскать хочу. Ты пустой. Ты пуст в душе и в карманах своих вонючих. Опа, смотрите. Надо тебя куда-нибудь выкинуть, чтобы ты взор мой не оскорблял своим убожеством. Положил его на то же место, где лежал другой чувак. Итак, подобрать. Невидимки. Я ни хрена не вижу, ребят. Обыскать... Заперто, нужна отмычка. Мы это сейчас исправим. Где мы делаем отмычки? Нам не хватает материалов. Нам нужна еще одна невидимка. Фак. Так. А вот и отмычка. Итак, взломать. Стоп, погодите, как-то. Взломать вот на другую кнопку. Это полезный шкаф, по-любому. Самый полезный шкаф. И что здесь есть? Гвоздодер, гнилой гриб, металлические детали. Все взять. Здесь пусто, здесь пусто, здесь пусто. Вот она, кнопка нажать. Что стало? Мы включили свет? Мы открыли люк, наверх можно идти. Ае-е-е. Не будем медлить. Спасем этот чертов город от лжерадости. От фальши. Мост. Мне нужно попасть к мосту, потому что в парадном районе. Вы меня только что выгнали. Великолепно. Ага, станция. Если я проникну на станцию, то смогу просто пройти через тоннель по старым путям до самого моста. С карты было бы куда проще. Да, уж были времена, когда мы еще помнили, что где находится. Ну ладно, нам нужно туда бежать. Окей. Блин.
Тут все выглядит довольно-таки срано. А как-то можно сделать утро? Тебе нужно найти еду. Забавно, что здесь еще элемент выживания, получается, есть. То есть, ну как бы мы действительно должны жить в этом городе, при этом скрываться ото всех, потому что мы не принимаем радостин. Мы отказчики. Что это? Стеклянная бутылка? А, понятно. Хорошо, гриб. Гнилой гриб. Ой, его можно есть. Попробуем. Но у меня пищевое отравление. Так, меня вырвет. Хорошо, будем блевать и гадить. Можно вылечить ниоксимидом или тошнотворным чаем. У меня есть что-то из этого? Только грязный бинт. Грязный бинт подойдет, нет? Ну ладно. О! А, сейчас погоди, камень. Подобрать. При продолжительном использовании оружие может сломаться. Также открытое ношение оружия расстраивает людей. Понятно, их расстраивает открытое ношение оружия. Стоп! Нет, 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 не жрать гриб, все. Используем грязный бинт, если нужно. Так, ну ладно, скоро отравление само пройдет, так что мы, в принципе, нам будет окей. Итак, открыть багажник, заперто, отпереть. Камень! Кто-то перевозил камень. Зачем? Груда камней обыскать. Пустая банка. Кстати говоря, это можно использовать как тару. Простите, ребят, какое-то время будет... О, мы залезли на самолет. Какое-то время будет двоиться в глазах у вас и у меня. Я не знаю, как лечить, пока у меня ничего нету. Я приду за тобой, Перси. Я еще не уверен, как, но я тебя найду. Исцелите себя. Я с удовольствием. Как? Ну, типа... У меня же ничего нету. Погодите. Здесь что-то есть. А вот эти вот растения подойдут? Луноцвет. Обычный собрать. Хорошо. Собираем луноцвет. Блин, надеюсь, тут не нужно будет деревья стругать. Этого я бы не хотел. Бо! Алиса в стране чудес. Это что, у меня глюки? Меня позвали к чаю? Так, гниющее мясо подобрать. Ну, я пока бомж, буду жрать это. Да, отравлюсь точно. Мы уже проверяли на гнилом грибе. Так, чашку взять. Кролика взять. Шляпу твою возьму. Нельзя. Мне нравится эта отсылка. Чашки подобрать. Для чего мне это все нужно? Продавать? Листовой чай. Вот этот тошнотворный чай как раз таки. Пустая банка. Чайник обыскать. Черная смородина. Все очень странно. Подобрать чай. Подобрать гнилая морковь. Все очень гнилое. Читать. Чаепитие у няни. Одевайтесь соответственно случаю. Не забывайте о манерах. Окей. Забрать все нафиг. Это, конечно, демонстрирует плохие манеры у меня. Я понимаю. Ну-ка. Смотрите, мы можем... Мы можем что-то менять. Черная смородина, чай. Допустим, если я чая попью. А! Я залечился. Да? Чуть-чуть. Гнилая морковь. Гнилое яблоко. Гнилый гриб, гниющее мясо. Черная смородина, будем жрать ее. По крайней мере, она не гнилая. Ну окей, мы с вами подобрали целую кучу всего. Сейчас пройдет пищевое отравление. Мы, кстати, коцаемся. Все еще у нас мало здоровья. Ну ладно. Ну-ка. Гоу-гоу-гоу, подобрать. Роза Гилиада. Перси мне про такие рассказывал. Ими можно раны лечить. О, прикольно. Прекрасно-прекрасно. Слышите? Это заброшенный дом. Здесь жутко. Металлические детали. Но согласитесь, это выглядит все очень омерзительно. Когда они перестанут плакать? Интересно, они имели в виду детей с поезда? Лета обыскать, древесный уголь взять. Так, гнилой гриб снова. Взять шприц пустой. Музыка здесь очень неприятная, да? Напоминает... Neverending Nightmares. Помните игра Neverending Nightmares? Гнилой картофель. Какая милая гнилая картошка. Не уверен, что стоит ее есть, хотя... Пожалуй, может тошнить. Перси рассказывал, что из-за антисептики есть мини-лаборатория. Я прослушал все это, короче, и забил. Так, обыскать. Все взяли. Короче, сейчас просто набираем. Забавно, да, что здесь можно выживать...
И нужно выживать. Ну че, будем жрать гниль на краняка смотреть. Колыбелька. Господи Иисусе, когда в Пеннингтоне Уэллсе в последний раз рождался ребенок? Такое чувство, что они не смогли вспомнить их лица. Или не захотели, потому что было слишком тяжело. Что это значит, эта шкала? Так, подобрать еще что-то я подобрал. Ага. Откуда музыка эта играет? Кто ее проигрывает? Здесь. Я ставлю, наверное, музыку, потому что она атмосферу прикольно создает. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, месяц на небе блестит, за нами никто не следит. Спи, моя радость, усни. Окей, хорошо. Так, осмотреть. Что это на кровати? О, боже. Так, значит, не один я вспомнил про детей. Логично, здесь ведь никто не принимает радостин. Ну, я, получается, его принимают только там, в городе? В престижном районе, да? И получается, все пытаются... Ну-ка, давайте попробуем перепрыгнуть. Оп! Все пытаются попасть в этот крутой район, лучшую должность получить, принимают радостин. Наверное. Так, груда камней. Что-то мы... Ну что, у нас уровень, что ли, повышается? Читать. Вынуждена сообщить, что девочка отказалась есть кашу. Так что пришлось отправить ее спать без ужина. Нянь. Какие вещи? Грубый лен. Так, сундук обыскать. Locked. Нужна отмычка. Но мы так сейчас это сделаем. Что там будет, интересно? Все, открываем. Ох, нифига, 5 дротиков. Тайник. Обнаружен тайник. Он был добавлен на карту. Срочно смотрим. Так, это тайник. Тайник. Прекрасно, очень далеко. А это что? Вода. Источник. Ну, давайте. Блин, сорян, никто нажал. Вода, домик. Блин, как тут всего много. А это, получается, люк к рельсам. Это наш домик, где мы спасемся в случае чего. Чувствую, эта игра будет очень долгая. На самом деле, если она понравится, ребята, и мне зайдет, прям зайдет, то... Ну, хотя мне уже нравится, если честно. Я готов поиграть в нее какое-то время. В общем, если вам понравится, обязательно пишите об этом. И... мы будем ее проходить вместе с вами. Давайте мы дойдем, дозалутаем этот домик до конца, и, я думаю, остановимся на этом. Итак, смотрим. Игрушечный чай, чайный сервис. Забавно. Перси никогда не играл в игрушки. Не любил вещи, которые притворялись тем, чем на самом деле не были. Стоп, погодите, Перси! Это брат наш, получается. А что-то я не понимаю, что за Перси? Потом вспомнил, что мы же сами видели воспоминания о нем. Не очень я внимателен. Так, подобрать чашку, возьму, забрать ее, продам. Все, больше ничего нельзя взять. Пустая банка, забрать. Смотреть, игрушечный чайный сервис, хорошо. А это что такое? Ничего особенного. Маленький островок. Хоп. Думал, отмычка нужна. Мама. Так, механические части подобрать. А мы не можем изготовить, да? Так, выходящий костюм, отмычка, нам не хватает невидимок. А, ладно, может быть, потом сюда вернусь, а может быть, и не вернусь. В общем, вот она, ребят, вот такая игра, я понял. Возможно, она еще больше чего может предложить нам, поскольку мы даже не вышли в город, мы только вот здесь, в каких-то заброшенных местах, трущобах, даже не трущобы, это даже не район, а просто пригород какой-то заброшенный. И нас ждет очень много впереди всего, наверное, интересного. А может быть, игра станет полным отстоем под середину, наверное. Не знаю, посмотрим. Если вам нравится, ребята, обязательно пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте в Стиме. И да, сорян, я знаю, что сейчас видео выходит гораздо реже, чем должны выходить. И я не всегда об этом даже пишу в группе, что, мол, видео не выходит. Но вы можете подписаться на Инстаграм, потому что там я выкладываю сторис, и мне как бы... проще вот взять и вам прям лицом к лицу сказать, что и как, что я сейчас делаю, почему видос не выходит. Так что туда тоже подписывайтесь, чтобы быть вообще в курсе всех новостей, самых актуальных новостей. Сейчас видео выходит реже, потому что я очень много времени трачу на то,
тот проект, о котором я говорил, и о нем вы сможете узнать, если вы пойдете на Витфест. Если вы не купили еще билеты на Витфест, то ссылка будет в описании на них. Приходите, я буду вас всех ждать, я вам покажу то, над чем я так долго работаю. Это будет даже не само оно, это будет как бы рассказ о нем. Вы, короче, все увидите, это будет круто, это будет очень круто. И я прям очень сильно сейчас впахиваю, чтобы вы готовы к Витфесту. Предстоит очень много работы, ребят, честно вам скажу. Поэтому это может иногда влиять на выпуск видео. Но это, блин, того стоит, ребят. И вы можете сами в этом убедиться, придя на Витфест. Вы сами увидите, что оно того стоит. Короче, ребят, спасибо вам всем большое. Люблю вас всех и... Вы готовы? А? Вот оно. Раз, два, три. И пять.